Но пока загружаются с моим языком. Да, мне вообще вредно разговаривать. У меня проблемы с челюстью, кто не знал. Да, очень плохие проблемы. Очень нехорошие проблемы. У меня дисфункция нижнечелюстного сустава, как мне сегодня поставили диагноз. Плюс еще у меня миофасциальный синдром. Короче, останусь скоро без челюсти, походу. Так что вот жду согласования на рентгенографию, в общем. Да, это все из-за того, что мне удалили зуб. Ну, кто смотрит мой канал с прошлого года, тот в курсе, да, что у меня произошло не очень хорошее удаление зуба. У меня, кстати, два зуба удалили, поэтому. Короче, все это сказывается постепенно, через год, так как у меня нету миллионов на то, чтобы вставить долбанные вот эти вот зубные протезы, планты. Поэтому. Я жду, когда на меня упадет грузовик с деньгами. Просто свалится меня сверху. Жду. Да. Ну, либо придется брать кредит, чтобы делать этот зуб уже несчастный. Потому что, скорее всего, дисфункция связана с тем, что жевать нечем, как говорится. Окей, погнали. В общем, мне подруга заказала песню «Сирена». Сирен. И еще «Скэрет». «Скарет». Короче, буду читать на корейском. А, тут на корейском нет. На корейском собралась читать. Ну, кроме названия группы, собственно. Пока я тут болтаю, скачаю за ним. Все равно корейские песни никто не смотрит, кроме Галины. Поэтому... Ну, там еще 4 человека. Поэтому я могу болтать все, что мне вздумается. А кто не знает, что все мои реакции — это продолжение предыдущей реакции, и много информации лишней пропускает, то это уже их проблемы, скажем так. Так, Peach Harmony, Сирена. Раз, два, три. Какой интересный. Интересные локации. Хотела сказать локации. Я интересная, но я как обычно. Пытаюсь сразу объять необъятное всех парней на лицо, но ничего не получилось у меня. Гаргулья там. И атаковали меня сразу классной музыкой. Welcome to my team. Хорошо. Там такой трэш происходит за окном. А надо еще на мужиков смотреть и спевать. На детей, точнее, ладно, потому что. Этот чувак с черненьким волосиком мне нравится. Не могу понять, который. Который рэп читал. Короче, там апокалипсис какой-то. Вот этот вот, вот. Вот этот вот. Нет, скажу сейчас какой. Короче, волосатый вот. Волосатый. Блин, они переодеваются через каждые 3 секунды. Блин, какие они классные. О, тихо, тихо, нет. Вот этот серединки, который был красивый, черненький. Вот этот вот. Блин, какая классная песня, какой классный клип. Качёвый. А какие мальчики. Блин, это уже классно с синими волосами. Она тоже красивая, отстань. Хорошенький ты тоже, ничего. Можно мне черненького того поближе посмотреть? Поближе и почаще. Так. Я ни разу не слушала Peach Harmony. Или пару раз слышала. Ну, эта песня у них прям... Вот этот вот классный, серединчатый вот этот вот. Я даже на лицо его не вижу, потому что его не показывают близко, но у него такой слоу.
Вон тот, вон, который на машинке стоит, полосатенький. Кто это? Тихо, крепись. Это всего лишь пацаны какие-то корейские. Так, стоять, следующий клип начался. Скарет, Скарет. Давайте будем читать по нашему английскому. Скарет, короче, написано. Скарет. Копнани. Погнали, раз, два, три. Интересно, я изучу их здесь? Скорее всего, нет. Видите, какие-то трешовые клипы? Грозные дети. Когда они так в моё сердечко заходят с ноги. Они немножко похожи на рэпера Шоу Бина Мани. Как будто их Шоу Бина Мани всех накидали и собрали в группу и сделали айдолами. Блин, они круто танцуют. Этот чувак похож на Мингичи, чуть не знаю почему. Или вот этот. Не знаю, который из них. Конечно же, я тут не узнаю никого, естественно. Почаще меняйте цвет волос, чтоб я вообще опухала вас. Движения такие отработанные, классные, чёткие. Блин, как много в них вот этого рэпа. Вот этот мальчик, которого голос... Да, это он. Блин, как они клёво двигаются, не могу. Очень классные, блин, просто. Очередная группа. О, кто мне там заказывал, блин, на мою беду? Окей, тут что-то написано, пофигу, вообще читать не буду даже, вникать. Rain, confuse, окей, что-то про дождь. Здравствуйте. Супер просто. Кто надо мной издевался, кто мне заказывал этот контент, интересно. Страшно даже предположить, кто осмелился. Когда я вот такой вот. Просто издевательство над моей маленькой психикой. Господи, эти корейские мальчики заколебали. Когда я перееду в Корею, для себя самого корейского айдола. Забудь о них все. Пошли они все в пень. Всем пока.